Хай! Сегодня будет не видео. У меня получилось все-таки это сделать. Так, чтобы это не лагало. Поэтому сейчас для вас, во-первых, анонс. Во-первых, я установил, блядь, ТикТок на комп. Во-вторых, пятницу, да, напомните мне в четверг-среду, не знаю, что мы с Юликом идем в пятницу в Майнкрафт играть, блядь, 100%. Поэтому, как бы, ну поняли, да, чешо? И еще один вариант, это то, что я вам сейчас покажу, жопу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, нахуй. Ностальжи, все дела. Все, поехали, чё, чешо? Нормально сейчас будет, как думаете? Разрешение здесь 640 на 480, как вы можете заметить. Пиздец. Да, чел, я помню, как я очень долго эту игру проходил, но я ее прошел, блядь. Это очень хардкорная игра. Кто играл в детстве, плюс Анити? У меня на Xbox эта игра была. На английском. Блять, ожидание реальности. Господи. Возьми три карты силы. Три карты силы. Я не помню, как пинаться, блядь. Так, забираем, короче. Икс удар. Икс это F. Так, погодите. Чё, блядь? Да, я буду проходить. Да, здесь в этой игре можно легально детей пиздить, и ничего за это не будет. Нажми кнопку прыжок в. Прыжок в! Сейчас у нас в, блядь! Нажми кнопку прыжок в. О, помню, он рычал, да. Бля, сейчас же еще будет бонусный. Я маленький не мог этот уровень минут 10 пройти, блядь. Я не понимал, что делать. Этого зоопарка. Покажи им, кто тут царь. Встань на пьедестал и прими царственную позу. Царственную позу. Чья игрушка весит 400 мегабайт, чтобы вы знали. Тут боссы ебаные, блядь. Может быть, Мелмен меня взбодрит. Как бы у меня все не было плохо, ему-то гораздо хуже. Чё, сколько нас олдфагов, блядь, сидит на стриме? Ну, народ наваливает, я уверен. Нормально, да, игра? Впервые не говно запустил. Никто из стримеров ее не проходил, блядь, почему нахуй? Я один проходил Валли, блядь. О, шарики. Я не помню, для чего шарики. Можно... На, нахуй! О! Я помню, игры были охуенные здесь. Как использовать? Что за использовать? Тихо. Пизда рулю, нахуй. Погнали. Сука, сюда, блядь, подъезжай, чмо ебаное. На, нахуй. Блядь, мою крепость ебут. Нормально. Я танкист, блядь, не пробил. Бля, легчайшая. Защищай свой форт. Блядь, уровень 2, пиздец. Не, ну я пройду, конечно. Чего? Так можно было, я не знал. Серьезно. Тварь, сейвлю. Фу, все, надо выходить отсюда. Бесконечно можно играть. Днем рождения, Марти! Спасибо, Глория. Слушай, сестра, мы побежим или так и будем весь день прислушаться к внутреннему я. Ты примешь участие в забеге. Это от Фаргуса я перевод, знаю. Блядь. Занять позицию, приготовиться. Я сказал бежать. О! Вообще, забудь. Сейчас перчики надо собирать, по-моему, как я помню. Говнарей этих потлатых, блядь. Я проебывал здесь даже. Победим только мы. Суки, нахуй. Как же я ебу, дай бог здоровья. Суки хитрые, блядь. Твои шансы на выигрыш ничтожны. Подбирай дальше эти перчики. Легко. Фу, блядь. Вспотел. О. Что это вы, ребята, задумали? Это не подлежит разглашению. Рико! Нет, мы выполняем секретную тренировочную операцию. Пытаемся привести сюда рядового. Ковальский анализ. Ладно, рядовой.
Пора показать, на что ты способен. Гольф охуенный, я с сестрой играл. И вот эта хуйня еще, где надо тереть, блять. Кёрлинг, по-моему, во. Чё сделать-то, блять? Поймал рыбку не того цвета. Блять, а надо синюю? Неплохо, сынок. Так, где еще зеленая? Пингвины, блять! Прекрасно. У тебя есть легчайше. Медведя, блять, да ёб твою мать, прицел сбивает. Сипиздил нахуй. Вытащи шляпу. Посмотрим, сможешь ли ты найти мне солнечные очки. Так, у детей пиздить все главное. Достань мне ведро, солдат. Какое ведро, блядь? Долбоёб, иди отдай ведро. Первоклассная рыбалка получилась. В чем дело, Мелман? Я забыл поздравить. А я думал, что у меня с голосом в детстве, блядь. Чей батя, Мелман? Так, что, блядь, делать? Еба, понял. Нажми свою кнопку атаки, чтобы выбросить весь мусор из клетки. Получается, только Мелману закидывают говно, блядь. Бедный жираф, нахуй. Пиздец! Вы чё, охуели? Наконец-то. Всё. Съёбываем. Новый уровень открыт. Побег Марти. Вообще, смотрите, чё за пиздец. Ща. У, я помню эту музыку. Ебать, ностальгия. Смотрите. Вот. Ебан вот этот, блядь. Пиздец, нахуй, потный. Просто 20 раз перепроходил его в детстве. Это что, сувенирная лавка? Можно, короче, прикиды покупать всяким персонажам. Вот что у нас, мы собирали монетки? Корона Алекса, палец Алекса. Бикини Глори. Вот это секс прям вообще. Обувь возьмем. Он будет... Охуенная игра, да? Будем проходить? Ситуация такая. Весь зоопарк находится в кольце запертых ворот. Каждый ключ открывает двери с изображением соответствующего животного. Бля, в детстве не понимал вообще, что хотели. На английском все было. Это тут стелс. Дарнелл вот уже несколько дней хранит карту силы у себя в животе. План таков. Состав слона ее выплюнуть. Окей, ну вот вам. Тьфу. Тьфу. Отлично сработано. Эй, Ник, шкипер говорит, у тебя есть для меня кое-что маленькое. Чё, просто подойти, блядь, забрать, охуеть весело, прикольно. Сука, нахуй. Всё, вспомнил. На, блядь. Эй, ты в порядке? Да, старик, в полном порядке. Бля, это если бы я выглядел животным, наверное. Я просто... Накуренный, блядь. Сладко дунул, блядь, валерился. Блядь, давай, ебать. Спасибо. Пожаловать в зону страусов, мой друг. Следующий ключ, который тебе нужен, находится в птичьей зоне. Используя свою способность ползать, ты сможешь использовать за эту живую изгородь. Живую. И охрана тебя не заметит. Живую изгородь, блядь. Я буду на противоположной стороне этой птичьей клетки. Пиздец, Need for Speed, блядь, бастард. Так, поехали. Значит, вон того выносим сейчас. Я помню тоже, блядь, раз 20 пытался попасть. Чё делать? Блядь! Как-то в него попасть нужно. Эй, что это за возня? Да это же шум от громкоговорителя! Бля, такой вор вообще пиздец. Не слишком изящно. Чё, куда мне её тащить? Все съебаем. Кто съебаем, блядь, Настя сказал. Вот пиздец, минус уши просто. Раскидал, блядь. Вот на, блядь. О, игра какая-то опять. Ну-ка, что это? Супер Спейс. Прикольно, можно ски вот так вот быстро нажимать. О, босс. Сюда лут, блядь. Сюда лут. Баф. Ебать. Нихуя себе. Я что-то не помню, чтобы я вот до этого доходил. А есть конец у этой игры? Сейчас мировой рекорд оформлю. А! Блядь. Ай, свернул.
Ой, что мне за это дадут? Что это ты о себе возомнил, четвероногая? Ой! Сука, че, блядь? Эй, Эльди! Ты идешь по опасной дорожке, мой друг. Этот охотник, которого наняли для ночной охраны, просто псих. Когда все уходят домой, он наваливает кучи сена перед главным входом. Получается настоящая крепость. Ой, уебан! И надо опасаться его сильнейших транквилизаторов, если не хочешь упасть замертво. Лучше не высовывать голову. Ладно, спасибо, старик. Вау! Ай! Как ты выбрался? Ой, бля. Сколько раз я говорил этим молокососам, что нужно усилить охрану зверей, но нет, у них ограниченный бюджет. Ребята, стройтесь! Бля, пиздец, что за хуйня? Нельзя спускать с него. Не хочу стать героем фильма о выживании. На этот раз ты от меня не уйдешь. Да падай, блять, уже! Предъявите документы. Глория там с машинками будет, пиздец, клёво ща. Ля, прикиньте, для инстаграма, блядь, Глории купил цензуру, бля, алё, чешо. Можно фотки теперь выкладывать, блядь. Куль, там соски замазаны, ничего страшного. Бля, шлакоблоки такие ему прикупил нормальные. Всех пугаю, заебись. Я бьюсь один в ринге. О, динозавр. Когда лев ранен, он очень упрямый. Или опасен, не помню. Так, ебать, что мне, мусоров пугать, блядь? А, понял. Худей, блядь. Все, rest in peace, брат. Помню, такой дебош устраивал, блядь. Дырочку лови. Хавай его. Ебать, мой рот, меня сбили, прием. Говорит, можно машины сбивать. Да блять! Вы должны попасть. Блять! Что-нибудь разузнали? Я тоже ничего. Но моя женская интуиция подсказывает, что эта дорога ведет к центральному вокзалу. Встретимся позже. Как скажешь, Гло, только поторопись. Ебать, рекламная интеграция курительных смесей, блять, Гло. Погнали. Значит так, колобок, блять, повесился. На, блять! Сюда, блядь. Все, прошел. Барзадом. Как вынести? Блядь! Лицензию, регистрацию, блядь, что нахуй ты несешь, блядь? Так, надо в жопу бить. Я знаю, это же Need for Speed. Глория! Вот сейчас пиздец. Тут надо летать сейчас. Бля, сейчас будет трэш полный. Пацаны, сейчас охуеете. Значит, блядь. То есть, значит, вот этот вот жираф, он, блядь, ух ты, тут паркур был. Бам-бам, сюда, лут. Заебись, собрал. Это пиздец, чуваки. Что-то я только сейчас понял. Не дышат рядом со мной. Что это такое? О, чел из Лего сбежал. Тебе не великоват гаечный ключ? Не буду я тебя ловить. Довертелся. Богдан. Богдан. Будя. О, охуительный уровень. Ну, Марти, надеюсь, ты сейчас счастлив? Может быть, я счастлив. Может, это заточение в хорошем смысле. Да, коровку подписали, что там зебра сидит. Гипопотамус. Ладно, парни, раз мы выбрались из клеток, надо двигаться к следующей цели. Так, погнали, короче, ебать. Обязательная строка для подкатной. Блять, как? А.
вас понял. Ладно, парни, выдвигаемся. Но. Все, пиздец. Кажется, чтобы открыть эту дверь, тебе придется... Я забыл про это даже, вообще, такой флешбэк словил. Ебать, а как я к вам пришел? Иди в разведку и найди место сбора. Катимся вперед. Но. Ох, нужно избавиться от этих моряков. Ой, блядь! Киска. Киска, блядь. Все, погнали тогда. Сюда качка тупого, блядь. У меня нет страха. Ну, одного утопи, ладно, как заказывали. Так, заебумба. О, я помню, что здесь нужно сделать. По-моему, параша взорвется. Что-то как-то нужно парашу перегрузить. Что такое? Что это за шум? О, снова то же самое. Кажется, водопровод сломался. Так, дальше что у нас там? Но! Вышибало, блядь. 29. Там далее прикольные уровни. Не знаю, я хочу до босса дойти. Но быстро что-то летим. Так, сюда. Охуеть, я как тут оказался? Воу, Кодзима гения, все спиздили. Стойте, для вас путь закончен, птички. Там, блядь, пингвин застрял он в ногах. Он назвал нас птичками? Хватайте его. Все, лежать, сосать, блядь. Oh, shit, here we go again. Короче, эта игра вкратце мультик вообще. Вот прям просто один в один. Да, отлично. Краткий работа. Пересказ. Легчайшая. Бля, ну такими темпами, конечно, блядь, быстро проходим. Но пойдем видео смотреть.